привал. Он не позволять. Кто он такой? Великий бог Макду. О, боже, Магда, вы литая жена, только нос побольше. Бог Макду очень сердитый. Он говорит, девушка и мужчина лежать вместе, только когда знать друг друга много дней. Поэтому я разбивать каноэ, чтобы ты долго остаться здесь. Это совершенно меняет дело. Но поскольку мы уже давно знакомы, мы можем прямо сейчас... Великий бог Макду, если я пробовать с тобой раньше двух лун день-день... Обязательно накажу. Дорогая моя пятница, как такое может быть после культурной революции, событий мая 68-го, еврокоммунизма, исторического компромисса и прежде всего феминизма, появляется некто и говорит мне... Это век технической революции, век полета в космос, бред какой. Робби, если бог Макду говорить нельзя, его слова нет, а слушаться. Эта штуковина как называется? Макду. Я с ним поговорю по-своему. Макду! Начхать на тебя, дуралей! Он тоже начхать на тебя. И твои грубые слова. Он наказывать, когда оскорблять этот остров. И меня трогать, прежде чем пройти две полных луны. Пятница, уверяю тебя, не так страшен черт, как его малюет. Ух ты, моя куколка. Это какой восхитительный освежающий ветерок. Не ветерок, великий Макду сердится. Опять за свое боремся, боремся с предрассудками, и вот результат. Сейчас я докажу, что это ерунда. Вот.